чего не спишь? Тошно, Нинок. Что с тобой? Парнишка, которого мы вытаскивали. Ну? Нет больше Игорька. Машину он опять угнал. Разогнался на серпантине. Пашка сам вчера видел на 16-м километре в обрыве Волгу обгорелую. Ужас-то какой! Понимаешь, струхнул он. Сперва отравиться хотел, спасли. А потом в больнице его полковник твой прихватил. Значит, все зря. Так не смогли спасти его, а? Да. Игорька не спасли. И сами себя загубили. Когда Алексеева по пьянке сбил, не к себе домой побежала, а ко мне. Спасай, Анатолий Дмитриевич, спасай. Толик! Ведь теперь они на нас все свалят. А ты думала? Пойдем сами все расскажем. Про цветочки? Влепят за эти цветочки и тебе, и мне, по червончику. Нет, Игорька, ничего не докажешь. Что же делать? Мозги вспухли. Бежать надо. Куда? Как подумаю, жуть берет. Другого выхода нет. Да ты что? Кончили.